Харьков, 4 сентября. Вот и настала осень, начинает холодать, поэтому нужно готовиться к зиме. Зима, скорее всего, будет сложной, скорее всего, отопление может быть, не быть, как в прошлом году. Поэтому принято решение готовиться к зиме. Нужно заготавливать дрова. Ну, к сожалению, сейчас денег не у всех хватает на дрова, тем более они-то и дорогие. Что делать? Дрова-то где-то нужно брать. Поэтому приходится их добывать очень простым способом. Идти в сад и сад полностью вырезать. Может быть, на зиму хватит. Дровишками запасемся. И будем зимой, если что, в тепле. Вдруг, если отопления не будет. Нужно будет готовиться ко всему. Поэтому срочно вперед валить деревья. Пилка есть, дрова есть. Жалко, конечно, вырезать. Ну а куда деваться? Дровишек-то сейчас по-другому не на раззабыть. Поэтому буду резать черешни, яблони, груши. Все подряд, все пойдет. Все будет гореть, как раз к зиме подсохнет немножко. Поэтому беру пилку и вперед. Первая пошла груша. Груша такая, конечно, наполовину трухлявая. Потом пошла черешня. Тоже внутри большое дупло, белки прогрызли. Ну и затем завалили большую черешню. Это, конечно, уже получше. Дровишек с нее получилось побольше. К сожалению, подвела пила. Зубья затупились. Иду точить и дальше валить.